Поступил вопрос, как измерять любовь. Если человек не знает, как измерять земную любовь, то человек обречен на страдания и на потерю любви. Любовь – это картина из пазлов. Извините, что не очень ровненько получается, да? Такая как сеточка. И когда мы женимся или выходим замуж, мы начинаем, ну, сначала у нас, понятно, влюбленность. Мы такие, мы любим друг друга, все, мы на всю жизнь. Ну, друзья, это один пазл, это маленький пазл. А любовь земная, она бесконечна. Вот это очень важно понять. То есть, когда вы встретили любимого человека, вы должны сразу понять, что это бесконечность. И вам просто нужно начинать вставлять эти пазлы, как, знаете, как галочки. Так. Общие цели, общие ценности, общие интересы, общий дом, где мы будем с тобой жить, давай с тобой родим ребенка, общие дети, давай поставим какую-нибудь цель, давай новую квартиру, как мы отдыхаем, как мы друг друга любим, как часто мы любим, как мы ездим к теще, как часто мы ходим на футбол, отпустишь ли ты меня с друзьями в баню, кто выносит мусор, кто зарабатывает деньги. Друзья, это бесконечный путь настраивания договоренности. Вот мы живем с женой 30 лет, и я понимаю, что нам как бы это так круто, потому что эта картина, она растет, растет, растет. То есть земная любовь, она бесконечно растет, если вы делаете все правильно. Если вы не знаете, что такое земная любовь, то эта любовь, она с ней происходит вот такая вещь. Он меня разлюбил, он меня не хочет. То есть, потому что вы эту картину просто не наполняете. Вот и все.